Всем привет! С вами Информ-ТВ. Лев Лещенко оказался в больнице в коммунарке на прошлой неделе. Сначала мэтр был в тяжелом состоянии, лежал в реанимации, но врачам, к счастью, удалось стабилизировать состояние. Официальный представитель Лещенко рассказал, как сейчас чувствует себя певец. О его состоянии за последние несколько дней было очень много всякой разной противоречивой информации. Певец с супругой Ириной поступил в больницу на прошлой неделе. Сначала его состояние было стабильно тяжелым, но несколько дней в реанимации вернули его к жизни. При этом диагноз коронавирус, как оказалось, находится под вопросом. Врачи сделали уже несколько тестов, и они показали сомнительный результат. Что значит сомнительный результат, врачи не говорят. Представитель артиста рассказал, что Лещенко вернулся в Москву после гастролей в США 11 марта. Также из-за осложнений погоды он остановился транзитом в Ницце. 16 марта был опубликован указ о самоизоляции, и певец вместе с женой его исправно соблюдал. Но в какой-то момент состояние его здоровья ухудшилось, и он обратился к медикам. Неизвестно только, учитывая самоизоляцию, почему он пошел на день рождения сестры Игоря Крутого, а также оказался в студии у Андрея Малахова. Андрей Гайдель, директор Льва Валерьяновича, рассказал, цитата, «У него обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится, но врачи не могут пока понять природу его пневмонии и откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное. Он разговаривал с нами сегодня. Условия пребывания в коммунарке его полностью устраивают. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное. В общем, непонятно, почему представители певца вдруг пошли на попятную, ведь его лечащий врач явно указал, что диагноз у него коронавирус и двусторонняя пневмония. Видимо, директор хочет оградить Льва Валерьяновича от потока негативной информации, которая льется на него. Ведь многие СМИ писали, что он заразил всю студию Андрея Малахова, а также Игоря Крутого, Леру Кудрявцеву и многих-многих других звезд. Если вам нравится Лев Лещенко, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!